Тенька вышел на ба. А где там типа были? Слева типа. Ворота хавик. Он сидящему... Вот я не знаю, я ему вообще не попадаю в голову. То есть как бы я целюсь в голову, у меня такое ощущение, что патроны летят выше все время. Нужно целиться в шею. Я это все уже ловлю на мысли. Ну, вообще у меня стоит точка, и у тебя твой прицел был справа и слева от него. Никак не на голове. У меня стоит точка, и твой прицел не был у него на голове. Точка чисто, да? А как ты поставил, как это прицел называется? Цель crosshair dot 1. И цель crosshair size 0. И цель crosshair thickness 2. А, вон точка есть, я вижу. Теперь с точкой у меня стало. Не, так это надо убрать еще, типа. Ну я понял, нет, так нормально. Авик на миде. В зиге смог. Авик мидл. Сколько это хп? Ну он там стоит. 60 хп. 40 хп у него. Я дал ему голову. Минус авик мидл. Меня... На спите с бомбой как подавись. Меня оглушило, прикинь. На мир. Оглушило. В натуре звук такой был, что я ничего не слышал. Тут есть. Блять, такие они, сука, фарши ебаные, куда лезут, блять, сука, это пиздец. Бегут, блять, сука, дабл не отпускает. Я просто одного на четырех не хватает, блять. Я выйду. Блин. Дал флешку. Минус длина. Минус Б. Минус Б. Зигну пошел. Опа, смог Зигна. А Б уебу. Два на респе, парни, два на респе у себя. Минус респе. Дес, ты по 4 патрона стреляешь? Ой, братан, я еще не определился. Просто стреляет. Ладно, короче, я пошел пиздить на парочек. Что они на себе думают? Давай. На спину. Нижний может быть. Минус длина. Два. Меня бомбали. Идем все длина? Да, проходим. Флешка пландал. Это чья флеш? Их. О, его. С респа, видимо. Моя флеш. Это была своего типа флеш. Блин, я на бетер, чем где-то, блядь, на респе у нас. У нас на медле. Лиги нет. Мидл ворот. Нижний ушел. Нижний. Я на нашем респе. Куда он идет? Я не слышу. На респе. Громкий. А вы не думаете, что мы можем выкупать их позиции и туда кидать молотов просто? Нет, я бы вообще оттуда никуда. Например, вот тип стоит, вот, давай да? Займемся. Он стоит за стенкой, понял? На длине. Зевс. Я сейчас беру и кидаю ему туда молотов просто, понял? Я в зиге. Ты знаешь, как туда попасть? Минус зиг, ребят. Саш. Близко здесь. Ну ты такой смешной. Все, на В давай. Я кидаю тебе молотов, молотов, коробка там. На мидле один. А, горит он над коробкой, да? Нет. Да, нет. Ты попал молотом на коробку. А вот так кидается, Саша. Вот сюда, вот сюда. Так.
Это молотов туда взрывается, да, где это самое? Да, да, на угол. С нашего респа может быть, или в Т-шке. Дин, да? Как он на Б, что делать? Умяться. Знаю, по-моему, первый, третий день или четвертый играл лучше в эту игру, чем сейчас, блядь. Встал от этого ночного задроса. Да ты за точку поставил, вот так. Я в Зиге. Где? Не спешите, ребят. Один гранат. Минус Б, Алик. Еще один Б. Ты где? Я в мясе, один в Зиге. Я его смотрю. Что за фу? Зиг. Очко. Жады со всех спаном. Хороший счет, хороший. А где мне менять? Где мне менять команду? Я забыл, блядь. Я бы на Б забиваем, что нам главное принять центр. Идем, кто со мной Б? Сень, мы втроем. Сень, мы что? Мы идем длина втроем. А кто второй на Б, кто-то с Сяной? Мы порискуем, да? Не, ну все, вот так и держим. Давай я запускаю вас, если рекламу буду. 58. Ой, подожди, стой. Даю флешку ответку. Дал, бегите. Подожди, я флешон. Бегите. Ладно бы. Парыч. Минус 2 длина. Парыч у нас. Прошли, нет? Нет, проходит один. Живите. Минус... Покосанный, сильно. Два центра, медик. Вышли, нет? Нет. Я парыч давлю. Слышь, забей на Б, тебе не нужно Б, если выйдут центр, нас разорвут. Просто держи центр, иди стреляйся. Минус парыч. Минус длина. Бомба у нас тут, не? Да, бомба парыч. Пошли на парыч. Где? Ой, длина, да. Сибирская карта. Теперь надо только на дальних дистанциях, реально, иначе мы еще можем отпускать. Сейчас главное принять Б аркаду. У тебя есть смог? Сеня, идите вдвоем в длину, я останусь с флешкой. Флешками. Надо смачок туда нахуй кинуть. Минус один мидл, еще двое мидл бегают. В ворвался бы чисто. Мидл вышел минус. Б чисто. Центр минус. Минус. Мог Зиг пройти с бомбой, кстати. Зиг чист. Б не пропустили? Есть центр! Найс. Них денег нет, да? Ну я убил дигл. Может быть даже два дигла. У них по идее должно быть. Хотя могут брать. Давайте так же сыграем. Ты флешку кидаешь, я молотов. Давай. Ну вы и смог кинули. Ухо, ты умешки и банки кидай. Минус один. Давай, дам тебе флеш. Давай. Да. Я ушел на мидл. Вернись. Почисто. Я Зиг смотрю. Есть коробки. Есть банки. Минус B1. Почисто. Мидл не смотрю. А Зиги проходит. Я в Зиге. Не, я зиг смотрю с апунта. Все, почисти, я сам смотрю, все, уйди. Еще зиг. Зиг. Минус зиг. Еще. В нуляку их закатываем вообще. Вот сейчас два длина надо. Опять, цепрять. Я молотова, ты. Давай, ты на флешку встанешь, а мы пойдем. Да, если они будут кидать, я закину ветку.
не видел никого. Я хаедал. Я слепой. Арчи, ребят, вышли. Дал молотов, сейчас дам флэш. Центр держишь? Нет. Я слепой. Дал еще флэш. Блять, они тоже пушеные, ребят. Я в крысу центр держу, все, держи бы, держи бы. Я могу в центр выпустить, я могу. Где два? Красный, мясо. Зашли, блэнд. Еще сейчас. Красный, блять, битый. Гусь. 30 хп, минус 0. Еще там. Длина есть? Нет, длина чисто. Я с парой сейчас захожу. Сейчас дам флэш, а не дам. Долбимся. Авик нахуй слышу. Надо было раньше. Да, розыгрыш, конечно. А нет. Ладно, давайте браться, есть деньги. Закидали. Я должен был второго убивать. Вот это хрень. Нам бы авик на, блин, чтобы принимать этот парыч. Так, что у тебя есть? Я с ОВП взял. У меня нет гранаты. Я дам флешку, занимай сразу. Давай на длину опять под флеш. Нет. Нету флеши, я стал. Давай миду. Есть. Да, флеш. А он в коробке там. Хреново. С вами. Фу, сори. Блядь. Слетел тебе. Все, так, Джер, давай я Б возьму. Хорошо. Прекрасно. Я дам флешку тебе. Дал. Я поджал. Все, центр взял. Я жестко на стрельбу центр смотрю. Парычи могут быть, да? Не выйдет. Центр не выйдет. Парень, я в девятке. Тут чисто. Блять, Б, ёпт. Выходит? Да не, он один построил. Я в сотке, или Зика, или Б? Трое, как это нет? Ну, я одного только видел. Зик-то убью, Зик чистый, вот. Я в нижнем. Б, это было, сука. А будь знаю, уже тихо, не топайся. Да тут похер. Вдали авик стал. Тут надо сейвить. Все, да, сейв. Нам еще коктейль дали. Нужно к ним на раз подойти. Два один на длину, может? Так подстреливать просто. Бабок нету, блядь, что отстреливать. 8 тип. Сотка где-то. Не, ну, блять, я не понимаю, сука, как правильно стрелять. Девятка. Чтоб я засейвил. Ты это лучше. А, вот тут засейвили, я не понял, что. Я там отстреливать хотел, где я сейчас сейвил. Сливаем? Да. Бабах нет, да. Я дам кольт. Ну давай. Что, у нас постелим еще поверх. Ладно, эко. Но у нас два девайса. Ну три девайса будут, я возьму сам, берем. Есть флеш на длину? Да. Да. Есть. Хорошо. Я тоже. Я уже не успеваю, дал. Чисто. Значит, не парочку будет перейти. Да, парочку. У меня флешка есть. Я на гусе крышу. Б, коктейль, да, слушай, держи Б, уйди с Б. Слушай, я буду давать всё флеш. Цель. Где? На длине как... Верхний выходит один. Забейте на Б, я сотрусил. Надо сейвить, похуй. Я прошел. Надо идти на бой. Все, бой вышли. Да. Длина, старт. Посажу. Длина бежит, тип. Дает коктейль. Так вижу. Он убежал, тварь, блядь. Там коль. Не садись. Не, не, не. Понимаю, так он вернется. Да, просто не садись. Просто стой. Меня же назовут двоих. Залезь на ящик. Зик. Блять, не понял. Да он же. Это он же, да? Да. Минус 71 минут держи. Типы передвигаются по карте очень быстро. Угу. Так по-дебильному, блин. Я тебе скажу, почему даже не отпускает кнопку бежать. Мы плохо слышим. И опять ей нет, ну то есть типа ставим. Эко. Ну, лучше мы эко делаем. Кого твоим зиг займем? Дэл возьму один. У меня две флешки. Давайте я вам лучше на парочку выкину, с парочку прорашьте. Я вам сейчас сделаю две флешки. Отсаживаю. Бежит по центру один. Даю еще одну глубокую. Дал. Пошли с парочкой. На картинке крыша. Один на Б. Минус нижний. 2 на Б, 3 на Б перетягиваются. Картинка чиста. Мы 3 в 3, ребят.
3 на Б вышли, говорят. Где девайс, по-моему, улететь? Пропрыгнул один. Вышел, вышел. Найс. Где девайс, ребят? В воротах лежит. Плент. Живи, чувак, я с тэшки, у меня авик. Да, снайпер из меня. А тут есть такой зон сенсивити? Справа. Да, он у меня правильно, походу. Что это такое, блять, они вообще не промахиваются. Просто он зажал. Я в мясо ворвусь, ребят. Давай, дам флешки, я в верхнюю почему. Угу. Понимаешь, что они тоже, типа, вот этот молотом, они его тоже кидают, я тупо, блин, не даю тебе. Наш флаш. Попал в меня в оставик, прикинь. Да. Я в мясе. Найс. Один хп. На респе. Нет, на респе. Тут твои флешки были. Чисто. Парч выходит. Дал флеш на план. Давай, сейчас. Блин, ты же снайпер, сори. Посмотри! Стоят до сих пор. Это пизда. Я не понимаю. Зигали. Это лоу, я зажал весь прыжок. Я зажал, я его убил. Я не пойму почему. Бомба упала в центре. Скорее всего, один Б. Нет. Ой, с одним хп двоих. Красава. Дроп есть? Дайте дроп. Дал. Можете вдвоём зиг занять его. Ты лучше. Я опять мясо врываюсь. Ой, Серёга. Ой. Так же. У меня ничего не дать тебе. Я понял. Тут есть. Зиг, по-моему, идут. Минус мясо. Я подумаю. Слушай, я ухожу отсюда. Миро вышел. Я с спайк иду. Я на Б, могу дать флешку. Минус 9. А. Я на их респе. Окей. Дал флеш мидл. Да мидла не надо, они в зиге походу все. Еще один. Еще один, да? Да, в зиге. Сука, ебал, блин. Что это такое? Дал флеш, Зевс. Вернись. Пал. Марья спрыгнул. Втроем прыгаем, прыгаем. А вон он. Сюда. Авик возьму. Я взял. Я их взял, могу давай, дать. Давай, 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 давай. Че ты его материшь? Да блять, я не охуели, ты видел, что он стекло повесил, блять. Я пристаю, блядь, с ума смотрю, он мне выходит просто префом. Просто хуй. Что, длина идем? Да. Под флешку? Да. Да. Чисто вообще, да куда-то рашат. Дал? Куда-то рашат. На центре один. Сень, может, справа сень. Я курю. Я ушел, Сень. Шо? Право минус. Мойс. Пошел на мидл. Не-не-не. Мидл минус. Коробка один, два коробка. Два коробка вышли, взяли мой девайс. Дал. Еще. Ям, где типа с диглом? Второй зиг, по-моему, вышел. И у нас двое! Да. На, Саня! Зиг и длина, блядь! Найс, оу. Хо-хо. Я же сказал, зиг вышел. Чё-то сложное сейчас было. Да-да, звук пропал. Когда я смог на мидл. Тебе в зиг подсадить, слышишь? Давай, подсади его в зиг, а я в мясо ворвусь. Саня, Сень, подсади его в зиг, а я в мясо. Смог, только надо смог дать нормальный на мидл. Можно? У меня нету смока. Дал. Нормально. Сань, если бы ты видел, куда он ворвался. Я видел. Да блин. Давай его сбрыгнем. Попал в типа. Блин. Шесть. В мясе. Ёпта. Я ушел. Двое в мясе. ХП нет вообще. Двое мидл, близко. Кстати, ты ХП потерял. Я для Б вышел уже. Как это такое может быть? А кто ж Б держит? Спиди, ты же Б, не? Я. Вы же двоем играете.
Не да. Я спать. Давай, пока, сам. Все, до завтра. Да, в кассе запрыгнул. Что, Даня? Я играть еще буду. Вот. Я не знаю, что ты. Сейчас, а, ты там мне кучер писал, подожди. Давай. Да не Сизгл играет с кучером. До сих пор Сизгл шпилит. 417-я игра. Кучер, Ангел, Кибакин, Маркелов против Кучера, Блейд, Эвил, Эдик и Хокстонкс. Играя, да? Да, 62 минуты на оверах сейчас, походу. Да, играет. Так. Нам нужен состав. Нам нужен, точнее, пятый. Кто наш пятый может быть? В принципе, я тоже пойду, хули тут. 6 утра уже, блядь. Давай. Так что, давайте зовите там Next. Завтра-послезавтра. Давайте. Давай, давай. Спиди, пока. Давай, счастливо. Так, Даня. Нам нужно 3 бойца. Ты тут? Я б сейчас загамал. Давай. Может, 2 на 2? Нет, есть вот ламп. Есть ламп. Нам еще 2 бойца нужно. Ой, Данька, что-то мы посасываем, да, плотненько? Как думаешь, придут времена, когда мы встанем на ноги опять, а? Ну, думаю, что это будет очень сложно без буткэмпа в Киеве. То есть буткэмп в Киеве сделать из нас чемпионов? Ну, плюсы какие-то у нас будут. Что ты делаешь? Даниил Тесленко. Да. Расскажи что-нибудь. Недоволен я. Недоволен я. Такие вот пироги. Я недоволен, я недоволен. Так, а ламп подключился. Алло, меня слышно? Да, алло. Тебя слышно. А, это у тебя скрипит микрофон? Да. Ну, опять обходу. Понятно. Ламп, нам нужно еще 2. Сейчас попробую найти. Хуч, Блейд, Эвил, Эдик, Хакс, Флакс, Кучер, Ангел, Кебакин, Ди, Маркелов. Чё в мирке? Чё в мирке?
go. У тебя никого нету на примете, ламп? Я уже написал одному, вообще никого нет. Он молчит? Так. Раз, два. Давай, скайп. Это как я слышу, как ты печатаешь. У тебя тоже от камеры микрофон? Нет, у меня вот клавиатура микрофон. Возле клавиатуры? Ой, я нашел нам плюс. Или плюс. Да. Нашел? Плюс, да? Да. О, я нашел одного. Понятно, чувака. Логин килти. Тебе Ловки написал? Да. Его Убик из команды кикнул. Сейчас, спрошу меня. Кто его кикнул? Убик, которого я нашел, но... Сейчас, спрошу меня. С Вовкиным. Так вот. Ну пофиг, ты его зови сюда. А Вовкин будет? Нет, Вовкина не будет. Добавляю. Написал. Чё-то не могу найти таких много. А его у тебя нету? Нет. Добавляем. Да, привет. Привет. Ну и так все громко. Что? Так, громко на четверо говорить. Остался твой Юбик, который не добавляет меня в скайпе. Я написал сейчас. Юбик — это же создатель сервера. Десматча. Да. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Лампард. Привет, Убик. Мы, значит, сделали тут скайп, так как очень почитаем твой сервер. Ну что, погнали, еще практика. Погнали. Лам, почему ты так яростно что-то пишешь? Очень хочется.
Я не подхожу к каналу. Кубик, а ты из Латвии, да? Почему с Латвии? Я немного из Москвы. Одной ногой из Москвы. Тебя как-то дезинформировали. А ты 7 лет играл в Source? Ну да. Я только сегодня с тобой интервью читал. Какое? На Virtus Pro. А, это... Которое летом, что ли? Там почему-то было написано вроде, что из Латвии. Нет, я не могу быть из Латвии никак, потому что я к этой стороне вообще никакого отношения не имею. Не ругайте CSGO, переходите на него. Ну это просто дебильный этот хедлайн, я не знаю, почему они его выбрали. В итоге там крипы не читали даже это интервью, а просто посрали меня в комментах. А заходить или нет, Сень? Я на самом деле могу с тобой поспорить в одном моменте. Что CSGO, что в CSGO сорсеры и 1.6 находятся в равных условиях, в отличие от того же промода, который... Не, ну как бы... Ну... Я что могу сказать? Все равно не находится. Ты в Source не играл же, я так понимаю, вообще. Ну, а я об 1.6 имею кое-какое представление. То есть я, конечно, не играл в него. Нет, Source почему? Я тоже играл в Source. Профессионально, ну то есть я там всякие там стримы смотрел, там. Ну, в общем, я имею представление о том, что это за игра, и я могу сравнивать. То есть, ну вот. Ну, я думаю, тебе не интересен холивар на эту тему. Не, ну движок-то у игр один. Не, ну движок один, смотри, в чем Source и CSGO реально похожи, это в динамике. То есть, в принципе, в CSGO нужно играть примерно так же, как играли в Source. То есть 1.6 это более холдовая игра, CSGO она более динамичная. Вот, не знаю, в плане позиционирования, в плане передвижения, CSGO, да, ближе к Source. Тут даже в плане стрельбы, как бы, на ходу. Да, нет, тут на ходу нет, стрельба здесь тоже другая. Тут, как бы. Я даже больше скажу, что в Source стрельба ближе к 1.6, чем к CSGO и к Source. Тут пистолеты просто вообще абсолютно новые, там USP просто бесполезный, зато есть P250, который просто имба-пистолет. Ну да. Glock, у него бёрст как бы там как у FAMAS, даже нет, ну короче, у него бёрст как бы 3 пули вертикально летят. То есть раньше они примерно как-то в точку летели, тут они летят просто как из обычного гана. Разброс там очень большой, и, допустим, в прыжке стрелять с него нереально. Там... Да и просто там бёрст бесполезный вообще в CSGO. С АК там тоже другая стрельба, потому что в Source, например, можно было стрелять по пульке, но вот так вот. Заходите на сервер. В CSGO это просто бред. Там после второй пульки уже просто... Очень высоко прицел находится. Слушай, а на твой дайм сервер есть слоты вообще? Ну да, есть там вообще резерв слоты были, они и в Source на дайме были. Но тут, короче, ну, грубо говоря, там один плагин похерился, и не работает. Я это как раз на выходных хочу исправить. Ну там просто, короче, резервный слот, туда может зайти любой человек. Поэтому там просто заходит через коннект люди, поэтому чуваки с резерв слотом могут зайти. Понятно.
Карты тут тоже, они, конечно, очень сильно похожи, так, если смотреть чисто по скриншотам, если смотреть, вот, как бы, как они играются, то он тоже очень много различий. Единственная карта, которая вот реально похожа на Source, тут Inferno. Трейн, например, там полностью другой, вообще ни на Source, ни на 1.6 не похож. Dust 2, он нейтральный, то есть ручки бегают, кстати, найс. Nice. Так что ты советуешь? Может, не брать за контроль? Точнее, покупать пистолеты? Ну, это как бы зависит от... Ну, в миксах я всегда беру P250, потому что он... Там, по-моему, даже вармор... Я могу соврать, конечно, по-моему, там даже вармор сносит 30 хп в тело. Он, по-моему, без армора 75 сносит, да? Ну нет, 75 это перебор, конечно, но все равно реально сильный пистолет. И он ваншотит, по-моему, если расстояние не слишком большое в голову с армором, со шлемом. Там где-то в районе от 95 до 105 хп снимается на 70 расстояние. Так, ну что, переходите за... А, их перекинет автоматом, да? Как оно вычислило? А, оно вычислило. А, я не то Инферно сделал. Ну, это я надо поставить. Мы вчера против них играли, или когда? Позавчера, мало. А чем СЕ отличается от того Инферно обычного? Ну, тут, во-первых, да, тут куриц нет, во-вторых, как бы на всех обычных картах тут есть туман ебучий. Просто, ну, тут на Инферно, может, не очень заметно, а Дайсе, например, там очень бросается в глаза, на Б, допустим, там в тёмке. А на СЕ карта тоже. Да, на СЕ они там, короче, нет тумана, убран мусор, нет куриц всяких. И есть на паре карт незначительные изменения, но там, короче, тележка на нюке в другом месте находится. В таком духе. Ну, это реально незначительно. На нюке ящика нет под девяткой, да. Да, там нет ящика под девяткой, там вместо этого тележка. Сколько я помню. Ну, все играют все равно нюковые. Сторонняя карта. На самом деле, тут с картами беда. Инферно тут полный пиздец. А что на Инферно? Ну, не то чтобы не так, просто, понимаешь, тут позиций очень много, и нет прострелов, нету хаеша, который коцует через стены, и, ну, как бы, понимаешь, в 1.6 позиций мало, и они как-то, их все можно законтрить. Здесь позиций просто очень много. Вот стоишь ты, вот, допустим, на 20, и тебя могут убить просто, ну, отовсюду. И это все никак не законтрить, потому что человек может просто спрятаться, его не прострелить, его не зафлешить, потому что флешки слабо, его не взорвать, ну, не знаю. Заходить на сели? А сколько? 5. Ну, чисто мое мнение, по крайней мере. Потому что на остальных картах нет такого большого количества позиций. Там Мираж, Аз-2, там Нюк, там позиций много меньше. Здесь их просто дохуя, особенно на крытом планете. И... Кто-то вышел из скайпа? Возможно, контрить. Lock and load. Пацаны. Лам тут, Алексей тут? Да, я тут. Алексей. Угу. Да. Да. Только что-то иначе спровадал. Надеюсь, больше такого не будет. А, хотя выбрасывал, понял. Ну все. Зевс, ты можешь зайти на сервер? Зевс. А, Зевса-то и нет. Зевс подключилась, написано. Сейчас я перезайду на сервер. И завис. Я ковры возьму. Сеня, жишь вроде четверо. Чё ты мне звонишь? Да, он что-то вышел один. Вроде было пять. Let's go. Target spotted.
дигл будет помощнее, да, чем P250? Ну, смотри, что ты придумаешь помощнее. Там хедшот практически 100% с любого расстояния убивает, но... Тело, по-моему, сносит столько же, сколько P250, плюс он стоит дороже, плюс на патронов меньше, плюс как раз стрельниц меньше. То есть, если P250 можно просто спамить кнопку маус 1, а с деглатом нужно целиться в голову чисто. Плюс, опять же, он же здесь дороже на 150 баксов. Что? На экранах проще взять P250 плюс армофилу. Чем типа. Я ковры возьму, ребят. Я бы на, наверное, стал. На 2.15. Кто со мной Б? Шли, у меня раскид. Ну да, главку кто принять, ребят? Я тебе дам флеш. Че, там ковры брать? Ладно, не вижу. Ковры есть, находим. Десятки есть. Ковры пропрыгнул, подожди. Есть 7 и 1. Еще там, двое там еще. Выходят ковры, не? Они меня ждут, у меня голова, у меня 10 ковры. Ну ладно, они нормальной спиной ко мне ходить. Еще один мини. Найс. Зашел, короче, в комнатку. Ой-ой-ой-ой, сильный пистолет. Пусть к себе ушел. Так, экипировка. Я на банане дам коктейль. А с нараспе кто-то такая. Не-не-не, я покупаю просто. Жё. Стромит ногу. Ногу стромит. Масса с мидл выходит. Я зашёл. Купаю. Ещё двое. Именно муха. Я вместе с радиокомандой тупо на мышку. Я тоже по мышке покупаю. Даже не пробовал. Трое из ям вышло на мидл, на фас бежали. У них бай, ребят. Мне дали въебальник. Да, флеш мидл. Я красный. Крыша на 15. Дай коктейль туда, если есть. Если нету. Банан много нет. Аккуратно, не стреляйте. Я шел банан. Закрысь на баланте, я буду трос. Я ковры не смотрю. Я в корох стою. Мидл флэш, да. Я еще подаркажу ковры. Ты что, очень тихо. Дал флэш тоже мидл. Есть на головке один. Я не лезу. Двое там, двое. Не лезу, я битый. Трое даже может быть. Я в нычке с... Два или три на мидле. Синчаком. Блин, вас потише сделать, я игру не слышу. Он лав... Тут скамейка на главке. А есть лавка флэш? Просто выходит. Нет, 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 нет флешки. На медленно выходит до сих пор один. Давай флешки, но кривую. На медленно до сих пор один на выходе. На голову. 50 флэш было? Где? Там на машине тебе стрел зашел. Б, да? Бля, на второй. Просто закрыть. Запишем. Чувак, я с бананами. Я в доме. Он на втором где-то. Я мимо него побежал. Он либо к CNRS пошел, либо в метро. За мной, походу, побежал. Я его с респас. Опа. Оба на бэби, бегут банан. Это не кольт, это прогалил. Мне нужен дроп.
Зевс, Фомас хотя бы. Один это снова. Зевс, покупаем, Зевс дроп. Чего? Move it, move it! У меня одного гранат нет. У меня две флешки и хаешь. У меня одна флешка. Шо чехол? Я тебе дал фомас, что ты хочешь? Флеш на машину дали. Бэби гуд. Дали флеш на Б. Я ушел, я ушел. Точно меня? Вы ас, смотрите. За машину его. Дай флеш еще. Нет, пока ты. Давай, давай. Дали флеш на Б. Смог дым. Че, хоет ушел? Они стоят, они раскидывают. Чуть-чуть медленно делаются. Могут уходить. Ушли. Я 15 сдвигал. Один точно ушел. Я тоже ушел, ребят. Подойди на банандом флеш. Один на миду у себя. На фраре. Один на миду на выходе уже топлит. Я на 20 прыгнул. Да. Стоит слева. За машину ушел. Крысил. Чикар. Флеш коврах есть. Молоту кидает на плент. Лавку смотрю. Коврах есть. Минус лавка. Бомба упал. Бомба главка, ребят, я красный. На выходе бежит бомба. Врагов нет на миду. Ковра есть, сака. Сень, к нам иди. Минус. Еще двое, ребят? Два Б зашло, да. Еще два типа они зашли на Б, уходят. Один через рез пойдет, я помню. Лав, я с тобой действую, я красный. Не, подожди, я вот так подел. Иди, я обратно. Что тебе могут пройти? Один около меня. Топ. Да, я смотрю. Ты будешь вылазить или нет? Когда у тебя будут, то... Окей, 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 окей. Арк. Найс. Два дропа. Будет? Да, два дропа, пацаны. Я даю. Mm-hmm. Еще один. Дал второй. Stay frosty. Давай я слышу, как буду тебя пускать. Не, я дам флеш и коктейль. Throw flashbang. На банане. С ямы кидают еще флешки. Да я сейчас. Ну у них на миду же бегаем. Всем тут в яме уж. Банан не чек. Чек там, не чек. Заблиц. Же играем. Я трачу все банки, там одно соляю, ухожу. Вот я потом... Бери коктейль обязательно. Let's go, let's go. Не хочешь на мидл? Я дал на мидл смок, не спешу. Я дали флеш мидл? Я фул. Смотрю мидл. Не, никто не зашел. Все, я тоже смотрю. Дам молт туда. Дал флеш. Флеш. Плохая флеш. Да, хуёво. Я дал молотов мидл. Ковры пытаюсь подпушить. Яме контролит меня за машину. Блять, ковры залезли же в окно. Не-не, не идут, не идут, они контролят просто. Есть на машине два. Молотов. Я в ковры ушел. Ковры на выходе. Дал флеш. Нет мидл. Дал флеш. Могу. А нет флеш. Лам, к тебе иду. Один вышел мидл уже. С машиной. Что делать? По-моему, там еще один должен быть. Ба, минус. Это минус банан был. В доме. На. Сука. Куда идет? На либе второй, по-моему. Или на банане, не знаю, где-то там. Ставит на Б. Бомбу ставит. Ну и средства. Матроски. ПС 50, что это такое? Да, сотка всегда. Не, ну, меня просто, у меня сотка всегда. Один, да. 50. Есть, но я сам возьму, берем. Я автомат смогу дать кому-нибудь, надо? Ну, мне, хочешь, давай. Есть коктейль, потрачу. У меня только... Две флешки. Ты хочешь, можешь мидл смотреть? Я могу форестить. Да, мне все равно, они просто скучные какие-то, они холодят, придется. Опять бы флеш, я слепой. Тебе один фраг. Что ты врагов не видишь?
Я ушел, я ушел. Бенни идут. Просто заняли банан. Один в яме, два банан заняли. Молк, блин, на меня. Опять я слепой. Я все равно ушел на Б, ребята, у нас один тип. Давай. Я в фланту, короче. Пил смог дали. Слышь, меня прежде. У меня есть 15 смог пройти, 15 смог пройти. У меня есть флешки две на Б. Пошел Б. Ну, еще Б заходит. Еще минус Б. Еще есть? Я говорю, на мидле. Не вижу. Да есть, блядь, мама. Я к тебе иду на рез. Мы вдвоем идем к тебе. Хуйня, блядь. Битый. Первый, просто... второй. Б1, Б2. Банан. Еще битый двое на пленте. Б3. Минус. Есть инфа? Б2 был, по-моему. Был на пленте, да. Б1. Он тоже коцанный. У меня 20 хп. Не лезь. Дал флешку. Не факт, что он флешится. Слева плюс. 54 НТ. За Б1. Бомба за фонтан. Ну, он в фонтан залез, походу. Хорош. Нам дроп один. Возьму. Я сам возьму. Пистолет на все банки. Слышь, чувак, там есть... У тебя есть коктейль сейчас? У меня дым опять. Наложно. На втором где много. Блять, их тут трое в коврах. Еще запрыгнул балкон. Уже выходит с балкона. Балкон. Трое или четверо в коврах. Балконе. Минус а один. И один балконе. Все может прийти здесь. Минус на выходе. Там бомба. Под окнами. Иванов пожмал. Еще должен быть, по идее. Я под окнами. Да вот. Дайте дроп. Даю. Да. Да нет, я не дам, дайте дроп. Ну даю. Я... Да, дадите, ребят? Дам, я дал, дам. Я доложу. Окей, все. Перекинулись. Какой же стим? Проходи, проходи. Deploying flashbang. Ковра опять пушит. Флешка не кинул. Блять, молот положил на минус. Да. Вначале банан. Яме есть. Все отрезали смоком. Дал он, дал он. АЕ. Блять. Вышел один. Вышел смок себе. Да, вышел. Телеги давай. Я фуль еще выше. Я на планете шел. Я в планете. Три мидл. Все помогу. Красный. Красный 50-20. Что с FPS, вол? Что это за чуваки, вы их знаете их тут? Это из Сербии 1.6. Я еще когда 2 дня назад играть проверял. Вот смотри, ты на свой FPS, вот я, блядь, это... уже посмотрел на свой FPS один раз, меня поставили, блядь, топать за это. Ну вот этот чувак, я знаю, который Хог Р. ТП или переигров? Нам хотели ТП поставить, но я в машине на переигровку админов. Двое мидл выходили. Корень. Ты банан красный один. Минус. Здорово. Минус корень. Царь убик что ли? Еще там есть. Еще. Еще один. Пропрыгал окно. Вот мой фраг. Яма. Бля, врагов почти не вижу. Я у тебя их всех понимаю. А как бы да, когда я их вижу, то ты их понимаешь, что просто. Не всегда коц. Я могу стоять и помещать эти врага. Представляю, в ковры даже. А, вот есть коктейль? А я снизу их мочу, смотри, там. Сейчас там пацан на банана, ты должен как-то подойти на плюс и дать туда в яму как-то, в начало банана. Понял. Короче, я пошел пушить ковры опять. Я отфлешнул локлик. Я пойду с тобой. Если пойду, я перейду.
Ребят, дал еще флеш наложенный. Ладно. С головой. Вон, минус. Я на враг. Я на ВП. Я на Алекс. Минус бомба, Ванель. Бомбу убил Ванель, парни. Она вторую. Я зашел один тип, уже тут где-то. Я убил. Меня повисло, да? Меня повисло. И я повис. Всех повисло. А, блин. Что? А сервер я забыл, тут нет напоминания. Это чё, который смс-кой оплачивается или что? Нет. Чё это сырок? Просто есть какие-то шведские сыроки, которые смс-кой оплачиваются. Вот это, час... это, да, это же тема, только я без смс-ки, у меня просто есть... виртуальные деньги, так сказать. Он уже не развиснет. Уже выкинул сыро. Дал вам IP, не знаю, она не поменялась, короче. Заходите. Думаешь, других врагов? Если есть. А эти реально скучные. Надо играть надо. Ладно, вообще никого нет. Сейчас зайдут. Не, я прорвал в мирки. Пишут Go Inferno снова или Мираж, нюк. Ядр был. Они уже зашли. Давайте Мираж. Да, давай Мираж. Заходите. Кого нет? Я с опять. Я на севере. Какой там пароль? 23. Говорят, что хватит, да, лучше я могу? Сейчас быть, на молот. Прям сейчас или ты имеешь в виду, что скоро? Который? Даракалш уже вышел. Нет, это вроде, ну, если ты про молотов апдейт, то там писал, что он, так сказать, ну, короче, бета. Есть, короче, бета-версия игры, в которой есть доступ у задротов. Ага. Которые ездили там в офис Valve, чтобы помогать им разрабатывать, вносить изменения в игру. И типа у простых людей доступ. Так, а что там поменяют? Ну, короче, писали, что на данный момент, неизвестно, что там войдет в финальную версию, на данный момент там, короче, можно потушить молотов с маком, можно развеять молотов с маком. Да, и хаешкой еще можно потушить. Да, хаешкой можно потушить, можно с маком потушить, и он не замедляет теперь. Зато он теперь быстрее раскрывается. Да нет, это что? Просто да, если ему пытаюсь. Можно будет смоком тушить, то он реально бесполезно станет. Хуйней, потому что будет да. Его кидать на выход, и все. Каменножица бумага получается стоит. Какая-то. Да не, просто он тогда должен дешевле и стоить. Не, как по мне, тут надо молотов или убрать, и через крышу убрать флешки, или наоборот, его оставлять уже, ничего себе не делал. Надо сделать 1-2 на команду максимум, и все, типа, лимит покупки. Или 1-2. По-моему, самое нормальное. Ну да. Наверное, так и правильно. Да я тоже хуй знает. Ну, да. Его, в принципе, понятно, куда будут брать.